Мне надоело, что вы не выполняете мои приказы, фон Шолтиц. Да, мой фюрер. Последний раз приказываю вам. Париж должен быть разрушен через 24 часа. У меня две страсти. Моя страна и Париж. Только там мое сердце поет. Здесь кончается наше путешествие. В этом самом месте, за этим окном, фон Шолтиц решил не выполнять приказ Гитлера. Можно только догадываться об истинных мотивах фон Шолтица. Но, тем не менее, Париж не был разрушен в последний момент. Потому что известно, что взрывчатка уже была заложена под все мосты города.